Омского рекоператора обязали вывозить мусор после городских субботников. Нарушения в действиях компании «Магнит» заметили в Омском управлении Федеральной антимонопольной службы. В 2021 году после весенней уборки рекоператор отказался вывозить мешки с мусором со дворов, хотя отходы находились на специально оборудованных площадках для накопления ТКО. Решать проблему тогда пришлось управляющим компаниям. Они заключали договоры на вывоз мусора с третьими лицами, а оплачивали услугу жители из средств на содержание и ремонт дома. Антимонопольщики обратились в суд. Рекоператора обязали устранить нарушение. «Магнит» подал апелляцию, однако 8-й арбитражный суд ее отклонил.